Всем привет, друзья! Сегодня у нас новая серия по ферме. Хочу пожелать вам приятного просмотра, приятного аппетита. Наслаждайтесь, веселитесь, пейте чай, кушайте булочки. Будьте сами собой. Всем приятного просмотра. Вырубай этот ролик нафиг, потому что он испортит твою... Ух тут, а сколько вот в этих трех поддонах было? 400 килограмм один поддон, 500 литров. То есть всего еще будет сверху 10 таких поддонов. С учетом того, что сейчас лежит, и еще 10 сверху. Па-па-лям, па-па-лям, синий трактор едет к нам. Так, Вовчик, слышишь, еще это... А с тюками нам надо что-то сделать. Да, тюки загрузить надо. Потому что их надо, это... Продать хотя можно. Бы собрать. И собрать продать. Можно вот этим тоже, я ж купил сразу. Кого-кого? А, то, что ты привез? Та писюлька? Угу. А куда она, к чему вешается? Тоже к этой же штуке. Тоже. Надо два погрузчика. Погрузчику? Да. К этому же, да? Так, а не и проще не было бы этот, реально, этот... Ну, этот другой тюк, другой тюкоподборщик в будущем ну, взять? Ну, который собирает, да, который да, собирает тюки. Да. Потому можно что... проще. Просто не ради него и покупать один погрузчик, это не целесообразно. Нет, знаешь что? И желательно лучше покупать просто тюк для там кругов. Можно там сразу штука, которая собирает. Я просто, если будет что-то в труднодоступном месте, сразу, чтобы вывод можно было достать. Так давайте купим для этот... можем продать вот этот наш тюкоподборщик и взять, который круглый делает. Не надо. Мой просто на случай, если у нас что-то где-то потеряется, чтобы можно было достать. Нет, я имею в виду, чтобы сделать круглые, круглые, чтобы делал. А, эти, да. Круглые делать, да. Не тюкопогрузчик, это как сворачивать только... тюков или да. Какая-то. Да, да. Сейчас надо посмотреть. Лёх, ты это видишь? Что? Вова, ты тут? Я очень опасный, как видишь. Ты их вези, вези. Вова удивишь результатом, главное, чтобы довез. Не-не-не, результат я не думаю, что будет сильно положительный. Ну попробуй, стоит. Тебе главное свои штыки забрать, а я закреплю. Сейчас заскринь вот это, хотя бы. Да я это снимаю. Они трясутся, как чокнутые. Блять. О, Вова, что ты делаешь? Мне бы надо понять. Тебе бы понять, говорит. Мне бы понять. Мне бы понять. Сука. Мне бы понять. Ты до вида небес будешь понимать их? О, я у тебя в кабине сижу. Так ты чё, ты ж хотел больше сделать. А, ты на мои хочешь поставить? Ну, рискни. Если ты их сбросишь, это будет на твоей совести. Хотя я знаешь, как... А, тебе надо отпустить её по-любому, чтобы я мог зацепить. Отцепляю, только если упадет. Я готов зацепить. Ну а ты убери свои клешни. Давай еще две поставим. Вот отсюда вот заедешь. Побил. Давай, побит. Давай еще, слышишь? А давай отсюда вот заедешь, сейчас серпак охуеет. Я тебе только... А ты достанешь вообще до верху отсюда, если заедешь? Нет, нет, не достану. Так, нам надо что-то с этими тюками делать. Как их подбирать-то? Ну, надо в аренду взять. Что? Тюкоподборщик автоматический.
Тюкоподборщик? Ну, собирал. Ну да. Но он только самый дорогой, если что. Я понял. Ну я тогда это... Ой. Съезжу за ним тогда. Так, вижу первый тюк на своем пути. Не, все. Тройку максимум могу поставить. 3 на 3 можешь поставить только? Или ну что? Видишь, мне типа... Типа если на 4 будет, я не поставлю его. А, я понял о чем ты. Типа только о, 3. Все, тюки начали собираться. Первый пошел. Да. Да, сейчас мне надо этот один трактор отодвинуть. Не-не. Не. Вот этот мне надо отодвинуть. Так. Так, let's go. Он всего 13 штук, по-моему, вмещается. Тюков. Хочешь рофл? Mm-hmm. Данный тюкопогрузчик работает только с одним размером тюков. Ну, no, я понял. А у нас тут разного размера они были. Чё я застрял? То есть ему надо 3 тюка на... А нет, сколько это было? А, по 2 тюка всё-таки он вмещает. Так, хорошо, хорошо. Ну... Две ходки придется делать по-любому. Надеюсь, что не больше. Так, этот я не смогу, скорее всего. А, нет, смогу. Так. Раз. Надеюсь, что этого хватит. Сейчас. Вот это мелкий, это мелкий. То есть у нас выходит... осталось 3 мелких тюка. А все остальное мы собрали. Мелкий должен быть, да. Так, а слышишь, не помнишь, серпак говорил, надо продать их или и для кого-то они нужны? Не знаю. Или поедем и продать их? Продадим, наверное. Че, везти продавать их? Ну сейчас посмотрим, да, подождем его. Ну правильно, если мы хотим вместить всю капусту, только так и надо. Бля, Вова, это пиздец. Блядь, Вова. Ничего не видел. Откатываем время назад. Ну завози уже как есть. Даже я тут, подожди, сейчас я тут зацеплю, который снизу валяется. Да он зацеплен на этот. Нет, он не разгрузится. Он должен тоже стоя даже. Так быть. Вот эти продадутся, он назад вернется. Ну давай, давай, окей. Че, ждем его? Так еще есть салаты. Где? Вот, иди сюда. Там еще салаты. Да, Вова, тут пиздец салаты еще. Да я понял тебя. Тут прямо пиздец, тут еще 6000 литров. Это если один поддон весит 500, то тут еще сверху будет 12 штук. Мы до сих пор салата собираем. Да. Тут проблема с салатом. Вова, ты побил мой рекорд? Да. Сколько у тебя рекорд был? Сколько поставил? 8. Все, заткнули серпака, блять. Он аж заглотнул что-то. Я просто в шоке. Да ладно, шучу. Ага. Ну смотрите. Да. Башня четверная все еще самая высокая, а четверную. Нет, пятерная. А, пятерная. Вова поставил пятерную. Твою мать. Вообще Вова замахивался на семерку. Вова замахивался на семерку, но если ты увидишь, что тут начало. Пошел обвал, и семерки не случилось. У меня и больше пятерки не захотело брать. Не, надеюсь. Ты через город, кстати, едешь. Бля, я немножко не туда свернул. Поэтому поеду по полю. Бля. Папа.
Попалям, попалям. Зеленый трактор едет к нам. Перекрасить его жаль нельзя было при покупочке. Эти ускоря? 53 километра в час, мой максимум. Ага. Ребят, вы далеко от меня? Можете ко мне тпшнуться? Вы продаете, нет? Нет, это не слово. Погоди. А, разгрузить, наверное, надо. Да, она должна разгрузиться. Вперед, 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 вперед. Главное, чтобы она сейчас не скинулась вся. А, вот почему это самый дорогой тюковальчик. Он сразу формирует столбы. Да, он столб. И что мы смотрим? А, вот, и разгрузитель здесь. Разбогатели. Сколько дали? 13 тысяч. Неплохо. За... Я думаю, с кругу их дали бы больше. Ну, а большинство тюков эта штука собрала, да? Она собрала все. Как... Значит, нам нужна штука, чтобы это делать силосы и вот эту штуку. Она собрала все, которые были размера большого. Ну вот, я говорю, наша тюковалка хорошая. Нам надо только штука для силосов и вот это. Ну, это самая дорогая херня. А, тебе просто посмотрю, как это будет работать. Мне тебе понравится, тут вообще ноль. Вот тут слева первый. Угу. Сейчас ты охуеешь. Только надо было попасть. Всего-то. Тихо-тихо-тихо. Нормально. О! Автоматика. И вон там еще две штуки. И все. Если они такого же размера будут. Они такого же должны быть. Блять. И слева еще один. Мне кажется. На эту штуку можно пошире как-то выставить? Нет. Блин. Этой штуки явно не хватает, чтобы эта штука была или правее. О, сейчас или... ты увидишь что-то новое. Готов? Оп. Реально не хватает, чтобы эта штука была или правее, или трактор не такими широкими колесами. Ну да. Чтобы, смотри, вот тут просто правое колесо. Заднее, оно ровно там, где уже должно собираться. Угу. Блин, может, а поэтому лучше круглые? Хотя я не знаю, как будет с круглыми. Да то же самое, наверное, будет. Так, ну теперь нам можно удобрять поле с этим. Блин, надо это, у нас есть еще жидкое удобрение на поле? Семена у нас есть. А, удобрение, но какое удобрение? Картева. И тут просто удобрение написано. Это не твердое ли удобрение, никто не знает. Так, наполнить. Сколько у нас его, бля, ну мы еще поспим. Больше 16 тысяч. Ну мы еще поспим раза 2-3. Это же еще догружать надо будет. Ноябрь, декабрь и... Я все загружу нахер. Все загрузишь? Не, после сна говорю. Не, мы не будем после сна его грузить, мы подождем до момента его этого, когда надо будет его продавать. Так я и говорю, до января мы сейчас будем спать же. Да, да, сейчас до января поспим. Смотреть только эти максимум скидки. Скидки, да, будем смотреть по-любому. То есть мы будем спать сейчас, получается, кстати, ноябрь, декабрь. Надо еще брать заказы на 40-е поле, если мы хотим его взять все-таки. 40-е поле? Ну, типа, когда мы выполняем заказы на что-то поле, они становятся поле. Поля становятся для нас дешевле для покупки. Бля, кукуруза. Ну, 37-е. На 40-е есть культивация, культивация. Культивация. У нас культиватора нет уже нормального, да? Я не знаю, надо посмотреть. По-моему, нет. Культиватор нет. Значит, надо взять в аренду эту штуку и прокультивировать. Или бота нанять, кстати. А если бот нанять и поспать, он все сделает?
Нет, так не будет, по-моему. Ну, может и будет, не знаю, но вряд ли, конечно. Ладно, если вы хотите, до января у нас еще там будет столько же накопится салата. А. Спать? Нет, я бы хотел, чтобы ты вот этот убрал, вот эти. Бля, Сука, уйди упал. нахуй. Так надо. Да мы так и поняли, в прошлый раз, когда ты его кинул, тоже так надо Вещи было. я подровнял. О, закинь на вот этот, вот, где одна лежит. Да я и хочу. Я надеюсь, отсюда Все, выходи, выходи, выходи. Все, идем а, спать. Лади, лади, лади. Да хватит пилу брать. Сейчас его вылетит такой, блядь, кто это сделал? Сохранись, кстати, сохранись, реально. Мать хотит. Так, Вова, давай сейчас твоя работа. А, нет, давайте до января, сейчас технику посмотрим. Нет, смотрим скидки сначала. Ну да, технику да. смотрим, и потом... Наш это надо продавать еще, в октябре это продавать. Что у нас продавать в октябре не... надо было? В октябре ничего, сейчас уже ноябрь. Сейчас. Погоди, а. Скидки, скидки, скидки. Комбайн. И прицеп. Но прицеп у нас уже есть. Прицеп у нас такой есть, комбайн. Не, а комбайн ну, зелененький. Да. У нас сыт, который медленно едет, помнишь? Так это не этот, не такой же будет. 387, а тот как, наш на сколько? Я даже не помню, как он называется. Наш на 451-647. Так этот лучше наш. Упаковчик тюков есть. Ладно, 6. Который оборачивает тюки травы фольгой, только это только поход. Только он квадрат, а, круглые. Так подожди, он делает тюки травы, только травы он оборачивает. Да, он траву только... Нет, погоди, разве? Ну там написано, что оборачивает, это? Упаковщик тюков травы. Оборачивает а, ну, тюки да, травы. Нет, нет. Только нет, траву нет. он оборачивает. И превращались в И тут силу. Есть ну, автоматический а этот тюкоподборщик. Ну, он квадратник. Нет, это хуйня. Да, квадратник. Так, подожди, в декабре. Что нам в декабре надо? Хлеб? Салаты? Салаты в январе надо продавать сейчас не это... Не самая высокая цена. А хлеб... Хлеб тоже в январе, кстати. Хлеб в декабре выгоднее. Посмотри, в январе там у него горит... Много. В январе горит самая высокая точка. Нет, горит выше там. Где? Хлеб, да? Ну, январе, как хлеб смотрю. Подрыть? Январь, а. А как посмотреть? В смысле? Ну, там что, цена изменилась? Ну, наверное, это же тоже логично. Нажми Escape, Вова. Там пятая вкладка этот, графики. Ребят, тут сразу можно написать продажа. А, ну ладно. Нам не надо. Видишь. Так можем еще один месяц спать тогда. Если продажа, то она продается. Сейчас будем продавать. Да. И салатов сколько, ебать, мы сейчас миллиардерами станем. Ну, салат, только даже... главное, чтобы все вместилось. Надо будет... Он будет сейчас опять воду добывать, да? Хлеб. Хлеб почти забит, ладно. Салаты. У нас... А, подожди, я не перезашел. Хлеб почти забит. Салаты у нас... А, все в палетках? Да, все, а? Все в палетках только. Опять салаты в палетах, ёб твою мать. Но это все, Вов, всего 16 штук. А, меньше даже. Сажать пшеницу? Не, вы отвезите салат на продажу. Так давайте это... максимум занесем, завезем. Да все, я так максимум загрузил. Ты что, гонишь, что ли? 280 у нас кур. О, хорошо. Я предлагаю вот. Потом продать часть. Чтобы да они не двоятся. Они будут двоиться же. А, двоиться? А ну у нас давай. Максимум 360, но у нас не сеть. Ты отвозишь? Да, сейчас я повезу тогда. Пометить место. Я знаешь, хочу пробовать. Заедь, подожди, стой. Он сейчас заедет на погрузчике. А, так, кстати, сюда? Тоже можно. Заезжай, поедем вдвоем, заезжай. Давай, погоди. Давай. Да я что жду. Погоди. Заезжай. Я могу эту штуку выше, чтобы не сбить ничего? Ты можешь еще ее повернуть вверх. Да, вот так. Все, заезжай. Прицепи меня. Сейчас, еще вперед. Еще чуть-чуть. Все. Зацепил тебя? Ёб да, твою да, мать. Да. Так, теперь мне надо сложить. Да не надо брать бензопилу. А вот сложить не надо было. Не надо. Обратно убирай. Убери лучше. Поехали. Вот ты можешь ехать. Так, ехать, кстати, не это. Ну я уже не буду тут разворачивать, поеду так, в объезд немного. Ебать, он тяжело едет. Главное не перевернуться. Так я 10 километров. А, он должен набирать же, это же этот фура. Угу. О, ты не хочешь с нами? Да я с вами еду. Да? Как? А, просто на машине сзади.
Погоди, стоп! Стой! Стой! Да я так долго разгоняюсь, давай после поворота. Ну что, ты хочешь к нам зацепиться или что? Да. Пиздец. Не надо. Отцепляй. Погоди. Зацепли. Зацепил? Нет. Нет, зацепил. Ну все, ей так просто ну рядом. Ну давай, я так рядом с вами поеду. У нас сейчас салаты не перевернулись. Да я сам это видел, да. Так, поворот. Самое тяжелое. Ебать, он не поворачивает вообще. Это придется ехать через поле, я не могу повернуть тут. Я не... Видишь, ты загрузил, как вам тут, палатов. Так, главное, чтобы не выкинуло сейчас надо, блядь. Я надеюсь, до этого фермерского недолго ехать. Ебать, блядь, через весь город, пацаны. Отметь, куда? Так я отметил у себя. Я же еду туда. Я вижу эту точку, она далеко еще. Она... Мы должны видеть свет, или нет? Так я вижу свет этой точки. Так. Во, мы уже подъезжаем, кстати. Охренеть. Вова, а ты где? Ты сейчас с нами не поехал? Смотрел, что. Переднего лица вообще весело. Эль, да. Погоди, это точно нам надо? Не, ребят, вы не там разгрузились. Это для, типа, песка. А, впереди, вот, блядь, впереди меня вот тут есть. Разгрузка, вот она, впереди. Вон, видишь, справа, прямо есть. И направо. Да, вот она, да, бля. Вот сюда. Я еще не вижу, погодите, не спойлерите. Да нет, просто, блядь, ну тут ты как-то... Ну песка видишь. Сразу, это зерно, по-моему, не? Давай, вот разгружается, все, давай. О-о-о. Денюшки!